У нас небольшой подарок для вас. Ваши такие красивые произведения. Татарские костюмы настолько богаты драгоценными и полудрагоценными камнями. А у нас есть замечательный фотохудожник, который фотографирует эту красоту камней. Спасибо. И во время следующей песни мы предлагаем всем зрителям полюбоваться на те красоты, которые создает природа. Творение Божье, потому что следующее произведение у нас называется так же «Альхамдулиля», «Слава Богу». Переводим на русский язык. «Альхамдулиля». Ой, ну вот так кружится, вспоминаете какой-то танец в ней.
Вот я знаю, что у татар есть много зажигательных, красивых танцев. Скажите, пожалуйста, а вы поете веселую музыку? Конечно, с удовольствием, да, и хотим вас тоже вовлечь. Мы тут наш такой дружный песню танец, желающий танцевать, я сейчас сама поведу. Эта песня называется «Омедельная камшлара камыши» на речке Белой. Веселая, зажигательная песня. Молодец. Просим. Давайте, айдагэс. Спасибо, Рахмет.